этом городе нас все порадовало, за исключением маленьких-маленьких нюансов, но радует то, что прям за нами идут сразу же и записывают люди, от которых это все зависит, и я вижу, что это все исправится. И, например, мы въезжаем с вами, да, на колясках, и вот эти поручни, они слишком широки, да, норма одна, там 90-95, а расстояние 130. Высота этих поручней такова, что ни один инвалид не схватится за эти поручни. Угол наклона не всегда правильно. Скользко, нужно обязательно делать покрытие. У нас еще все впереди. Мы попросили у Андрея Юрьевича Воробьева дать нам еще время, потому что инвалиды, скажем, колясочники, они не могут передвигаться в холод, это скользко, а и это требует совершенно другое обмундирование, скажем так. Поэтому он нам дал это время, и мы продолжим в апреле, в мае.